шью рока. Вон крутые парни. Не знаешь, каких крутых парней, про них мы ведем здесь речь. Крутые? Да. А. Дед ведет статистику. Матч что-то немного заляпал. Он плохо. Где? Тут же? Ну ничего, пойдет. Да, то на стадионе, блядь. Ладно, блядь. О, Юрка, сегодня 31 декабря. Завтра уже будет новый 97-й год. На Злобина? А? На Злобина? Умный какой. Разошел. Спасибо. Юрила любит кушать. Дед объелся. Да, симпатичный Юра. Две по восемь. О, какой дорогой. А ты пробовала его? Ну. Пробовал уже это? Ну, хорошее? Ну, да. Да? Баба, с Новым годом тебя. И тебе, Димушка, с Новым годом. Ты вот хорошая тебе. Такое настроение новогоднее, да удури. Новогоднее настроение. Только чтоб было все хорошо, все доброе. Ну ладно, хоть папа не пошел туда, к маме. А то там эти все незнакомые, все эти. Моя улыбка зная. Какой-то несчастный человек не может быть проходимцем.
Общался с народом, потом встретился с руководством края, навестил в Овсянке известного сибирского писателя Виктора Астафьева, а в завершении своего визита в Большом концертном зале Красноярска провел встречу со своими единомышленниками. Согласитесь, президент не сможет решать проблемы протекающих водопроводных кранов и разбитых тротуаров. Это дело местных властей. Буквально через один день после визита Бориса Николаевича в Красноярск приехал лидер ЛДПР, тоже кандидат на пост президента Владимир Жириновский. Он встретился с горожанами на площади Революции, где рассуждал о жизни в России более часа, критиковал предыдущую существующую власть, ознакомился со своей программой. Довольно нелестно Владимир Николаевич высказался о журналистах. Называется беспорядочная тусовка. Я знаю, что хочу. Шутки оригинальные. Следующим гостем Красноярска стал известный врач-офтальмолог и кандидат на пост президента Святослав Федоров. Он, как и все кандидаты, провел ряд встреч с избирателями, руководством края, побывал в кампании Афонтова. Во время своего предвыборного визита Святослав Федоров, оценивая критическое положение в стране, заявил, что смена лидера государства не для того, чтобы продаваться за пост министра обороны, но при определенном раскладе от жезла маршала не откажутся. К выборам президента мы еще вернемся, а сейчас вспомним о довольно значительном событии в жизни нашего края. Весной был подписан устав Красноярского края. Устав закрепляет судебно-правовой статус региона, механизм организации государственной судебной власти, общее начало местного самоуправления. Это основной закон края. Напрасно. Что мы, члены законы, в таком городе подписывать этот закон?